Добрый день, дорогие мои зрители, подписчики, подписчицы, мои постоянные подписчицы. Посмотрите вдалеке, это обсерватория Галилео Галилей. Вы видите? Не буду показывать окна жилых домов, вот так вот покажу сверху. Ну что я могу сказать? Сегодня уже сколько неделя прошла, как у меня нашли этот вирус. Но на самом деле я уже была больна перед тестом где-то со вторника по субботу. 5 дней получается, что я уже 13 дней сижу в изоляции на карантине. Поэтому я так счастлива, что завтра пойду сделаю тест. И если вот я внутри чувствую, что у меня будет негативный тест, отрицательный результат, и завтра я выйду наконец-то на улицу. Если сегодня 20 градусов солнца, то завтра после обеда начнутся такие сильные дожди, ливни. Но я успею до дождей. Типа они по прогнозу погоды начнутся после обеда. И если я буду негативна, я хочу в воскресенье поехать в Венецию. После дождя будет свежайший воздух, морской воздух. Это будет полезно для моего здоровья, для подкрепления моего здоровья после этой недели нового вируса. В принципе, я ничего больше не чувствую, никаких там дистурбов правой стороны горла. Уже все прошло абсолютно, даже голос, да, совсем другой стал, живой, как раньше, поэтому все хорошо. Ну, по телевидению то же самое, 24 часа та же самая пропаганда, особо рассказывать не буду, я думаю, что вы все читаете это и в новостях, и смотрите в Ютубе, ничего интересного нету, не происходит, все то же самое, но единственное то, что там главный профсоюз итальянском попросил тогда у правительства как бы помощи всем рабочим, работникам, которые работают на маленькую зарплату, на прожиточный минимум зарплата хватает, помочь там, которые правительство выделяет на эти нужды, увеличить сумму этих денег намного. Вот. Что еще дальше? Моя невестка написала мне сегодня с утра, что пришли сережки для Мелиссы. Помните, мы ей купили с невесткой, я подарила на 8 марта Мелиссе сережки, но они с божьей коровкой, но они там, которые закрываются, замочек не очень-то крепкий. Выпадает, так они потеряли несколько сережек еще уже. Поэтому она меня попросила, если хочешь, пойдем вместе, выберем. Я сказала, я еще сижу на изоляции, идите сами, берите, что хотите. Помните, они не вернули деньги, они оставили только бонус на деньги, что можно будет купить с новых коллекций. Все дорожает, как говорится, правительство Италии сказало, газа нет, но вы держитесь. Так что мы будем держаться все. Наступила абсолютная весна, все позеленело, листочки распустились зеленые, но чуть-чуть ветерок есть. Поэтому я всем желаю здоровья и добра. Я сегодня наконец-то через неделю решила искупаться, помыть голову, рискнуть, так как сегодня тепло. Но не буду даже долго стоять на террасе, потому что ветерочек, сквознячок, хоть и солнце печет. Как бы это новый вирус, поэтому мы не знаем, как он себя поведет, поэтому я стараюсь достаточно себя обеспечить протекцией. Боже мой, по-русски как это будет? Защитить себя, свой организм от сквозняков. И завтра я пойду делать тест. Всем здоровья и добра желаю. Хочу, чтобы быстрее все это закончилось весь этот кошмар на Украине. И всем пока, всем привет.
по всем скучаю. Так надеюсь, что послезавтра я буду в Венеции. Ну, на крайний случай сдам еще понедельник, но буду надеяться на хороший. Вот внутри чувствую, что я уже выздоровела и будет отрицательный тест. Всем пока!